Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Мастерство и профессионализм с одной стороны, и молодость и задор с другой. На площади Куйбышева ветераны клуба «Крыльев Советов» играют с репортерами. Международный день спортивного журналиста. В свой профессиональный праздник они решили сделать себе подарок. Ветераны эту идею поддержали. Я думаю, что это очень нужное мероприятие, оно должно проходить каждый раз, и не обязательно только, когда журналисты хотят нас обыграть, но и во все другие праздники, как только можно, больше турниров для того, чтобы люди играли, видели и приобщались к футболу. Приобщиться к футболу для Самары особенно важно, учитывая, что уже через 2 года в городе пройдут игры чемпионата мира по футболу. И не беда, что силы на поле не равны. С прославленными игроками, которые много лет отыграли в премьер-лиге, трудно тягаться. Но молодость и задор дают уверенность в победе. Хотя побежденных в этой игре не будет, выигрывает вид спорта, который с каждым днем только прибавляет популярности. Здесь игра боевая, я думаю, может произойти что угодно. И вот как раз, как вы сказали, молодость одних и профессионализм класс других, они, наверное, сегодня уравновесят друг друга. Ветеран «Крыльев Советов», а вы видите, что здесь достаточно взрослая команда, и молодежь, которая у нас играет сейчас в футбол со стороны журналистов, ну, это, здесь не конкуренция, здесь, наверное, скорее здоровые интересы. Поэтому это здоровый образ жизни, это, наверное, эмоции, поэтому неважно, кто выиграет или проиграет, важно, что матч состоялся. Игра завершилась со счетом 5-0 в пользу ветеранов, но сами журналисты считают, что они от этого только выиграли, получив хороший мастер-класс, о чем каждый наверняка напишет в своем издании. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.